Разрешите? Спасибо, я не пью. Похвально, очень похвально. Что же это вы, гражданин? На высоте 10 тысяч метров спаиваете пассажиров. Хотя вы правы, в Вене много солнца. Да, но с солнцем нужно обращаться осторожно, не злоупотреблять. А иначе могут быть ожоги и даже солнечный удар. Простите, вы доктор? Нет, я винодел. Ну и профессию вы себе выбрали. А что? Общество будет с пьянством и вообще. А вы странно. А что странного? Мы действительно боремся с пьянством, с винокурами, которые спаивают народ сивухой. Но ведь мы не ханжи, и никто нас не запрещает выпить рюмку вина. Особенно в праздник. Граждане пассажиры, самолет идет на посадку. Москва! Уже! Москва! Не проводом Ту-104 не удается поговорить. Только сядешь и уж вылезать. Бывало, летишь на самолете со скоростью 200-300 километров в час и выспишь, и наговоришься. А теперь носишься, как ракета в воздухе. Чудесный город Ереван. Меня никто не спрашивал? Нет. Амос Степанович, познакомьтесь, пожалуйста. Товарищ Атаманян прибыла к нам на работу, окончив вуз. Очень приятно, Арзуманян. Наш главный винодел. Анаит Атаманян. Атаманян? О, случайно не вашу статью я читал. Помню, помню, она наделала много шуму. Почему вы смеетесь? Вы на меня не обижайтесь. Итак, что же вы собираетесь у нас делать? Вино. А. По-моему, я выбрала себе хорошую специальность. Правда, папа и мама были против. Но я все-таки настояла на своем и не жалею. А знаете, товарищ Атаманян, чего нам даром время терять? Пока подойдет наш директор, я проведу вас в нашу академию. Это все винный подвал? Да. У нас вы научитесь определять возраст и марки вин. Правда, вы получили высшее образование. Но это, так сказать, теория. Академия здесь, товарищ Атаманян. Ой, если бы вы только знали, сколько в этих темных подвалах заключено солнце. Вот белые столовые сухие. Вот ячмень алтинская. Вот Москинас. Я вас предупреждаю, товарищ Арзуманян. Я ведь совершенно не пью, ни капли. Это очень хорошо. Если вы выбрали себе профессию винодела, придется вам поучиться дегустировать. Такань славился еще в глубокой древности. Поэт Гораций называет Такань благородным вином, разгоняющим заботы и возбуждающим в сердце людей надежды на счастье. Попробуйте еще. Я боюсь, честное слово, боюсь. Не беспокойтесь. Идите сюда. Попробуйте розовый мускат. Думчиво и со вниманием.
это прекрасное армянское вино. Вы сохраните его в памяти, как чудесные стихи детства. Тиха украинская ночь, птичка божия не знает ни заботы, ни труда. Звезды блещут. Действительно блещут. Ну как? У нас в институте все больше теории было. А вот херес. Ой, я, кажется, пьянею. Я боюсь. Не бойтесь, я отвечаю. Херес, как пишет Шекспир, делает храбрым, превращает человека во льва, в тигра. Немного попробуем. Что в этой бочке? Директор у себя. Проходите, пожалуйста. Товарищ Атаманян, а чемодан зачем? Оставьте его здесь, оставьте. Пойдемте. Вы обязались отгрузить мне 40 тонн дамских пальчиков. Где же они? Вы мне срываете план. Что? Я не слышу. Какой кишмиш? Кишмиш мне не нужен. Слушай, Тигран Гаспарович, если ты в этом квартале оставишь меня без дамских пальчиков, мы будем разговаривать в горкоме. Да, все. Здравствуйте, товарищ Атаманян. Простите, разрешите выпить воды? Пожалуйста. Уже успели сделать экскурсию, так сказать, с научной целью. А, чувствуется. Как у вас с комнатой? Где остановились? Нигде. Ну что ж, наймите комнату, а в дальнейшем подумаем. Что-нибудь устроим. Одну минуточку. Прежде всего, я хотела бы договориться. Я еще на студенческой скамье об этом думала. Я хочу создать трезвое вино. Простите, какое? Трезвое. Знаете что, товарищ Атаманян, вы бы лучше сегодня отдохнули с дороги, а завтра... Нет, нет, я не устала. Что я хочу сказать? Вино имеет три свойства. Во-первых, оно дает аппетит. Это хорошо. Во-вторых, повышает настроение и дает, так сказать, игру ума. Это тоже хорошо. Но третье свойство пагубно. Алкоголь, болезнь печени, расстройство здоровья, алкоголизм. Я хочу, чтобы мое вино было полезно, как молоко. Трезвое вино? Игра ума, полезна как молоко. Ну что ж, подумаем. Посоветуйте Саму Степановичу. Это наш старейший специалист. Идемте. Спасибо. Советую прежде всего ознакомиться с виноградниками. Товарищ Атаманян. Кто это? Вы не знаете?
Это же бухгалтер нашего совхоза. Да вот он. Можете взглянуть на него в натуральном виде. Неужели он? Ну да. Боже, что делает с человеком водка? Она его превращает в животное. Да, замечательная у вас идея. Создать такое вино. Я ворог два раза проезжал. Да, откуда ты знаешь? У тебя два цветка. Приезжай, он всегда бросает мне рот. Геворг! Первый раз вижу девушку с такой профессией. Вы довольны? Счастлив. А вы? А я нет. Мечтал стать артистом, а вот видите, сижу за баранкой. Вы поете, танцуете? Немного пою, танцую. Самодеятельность. А мне кажется, я мог бы стать трагиком. Сыграть Отелло, Гамлета. Извините меня, но если вы чувствуете в себе талант, то добивайтесь. Я сама очень, очень люблю театр. Хотите, я вам прочитаю монолог Гамлета? Пожалуйста. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что благороднее для души? Сносить ли гром и стрелы враждующей судьбы? Или восстать на море бед и кончить их борьбу? Офелия! О, нимфа! Помяни мои грехи в твоей святой молитве. Артист, ты с ума сошел? Смотри. Видите, ничего не понимают. Ну что ж, давайте знакомиться. Шофер совхоза Геворг. Анаид. Тетю. Какую тетю? То есть как какую тетю? Мою тетю, мою родную тетю, тетю Нуне. Вы не бойтесь, я... Но я вас не боюсь. А кто вы такой? Племянник. Очень возможно, но я не могу вас впустить. Я вас не знаю, а тети нет дома. Ну хорошо, я подожду. Пожалуйста. Стоит ли вам дожидаться? Ваш тетя в командировке. Хорошо, но ночевать-то вы мне все-таки пустите? Извините, нет. Извините, нет. Ну, куда я вас положу? Некуда. Честное слово, некуда. Все едут, едут, а завтра приезжает хор имени Пятницкого. 200 человек. Простите, это нервный смех. Ну, что это? Я сам большой поклонник искусства. Соло на скрипке или Сурен Качарян. Один человек, это я понимаю. А это что, хор? 200 человек. Кто там? Я. Кто я? Ну, как вам сказать, племянник. Слушайте, что вам нужно? Я позову милицию. Да не бойтесь, вот мой паспорт, я же врач, понимаете? Ну и что из этого? Мне не нужен врач, я не больна. Ну я пошел в все гостиницы, нет ни одного свободного номера. Поймите, Оганесян, не могу же я ночевать на улице. Арташес Агабекович. Ну идите. Спасибо. Вам придется спать в коридоре, вот на этом сундуке. Ваша тетя закрыла комнату перед отъездом. Ничего, я устроюсь.
Спасибо, очень вам благодарен. Вам что-нибудь нужно? Витель, я хотел лечь спать. Ложитесь, пожалуйста. Спокойной ночи. Нет, ну, может, вы ждете гостей, я могу лечь спать и попозже. Каких гостей? Вы с ума сошли. Уже первый час ночи. И, пожалуйста, не стучите больше. Вы мне мешаете. Извините. Бедная. А такая молодая. Оганесян. Так это ж племянник. Под влиянием алкоголя происходит повышенное изнашивание сердца. Сравните сердце здорового человека и сердце алкоголика. Картина вполне ясная. Будьте любезны, дайте свет. Таким образом, мне кажется, что на сегодняшней лекции вы наглядно убедились, какое разрушительное действие оказывает алкоголь на человеческий организм. Товарищ лектор, а вы не пьете? А? Нет, я не пью не только арзные, дермуки, чай. И вовсе не призываю вас к употреблению только этих напитков. Товарищи, есть такие дни, такие события, когда не только можно, но и должно поднять рюмку вина. А насколько омерзителен алкоголизм. И особенно больно наблюдать это среди молодежи. Правда, это очень редко. Редко бывает. Но, к сожалению, еще есть такие факты. Что же нам делать с такими людьми? Чем им помочь? Можем ли мы мириться с этим? Не можем, товарищи, и не Бог. На этом я заканчиваю свою лекцию. Простая бутылка вина. А сколько в ней тайн, вопросов, загадок, тяжелого труда многих поколений? У вас есть свеча? Свеча? Да. Если есть, принесите. Сейчас посмотрю. Зажгите. Это уже слишком. Пьянствуй, да еще со стариком. Безобразие. Смотрите. Только пламя свечи дает настоящий блеск и прозрачность вина. Включите свет. А какой сорт винограда вы мне посоветуете для опыта, Фома Степанович? Попробуйте такие сорта, как еревани, воскиат, мускат. Но я боюсь, Анаит, что вы взялись осуществить трудную задачу. Трезвое вино. Дело в том, Фома Степанович, что я хочу обезвредить алкоголь специальной витаминозной вакциной. Вы понимаете, что вы задумали? Вы хотите вытащить душу из вина? Нет, душу я оставлю. Сохраню солнце в вине. Помогите мне, мой Степаныч. Кабак какой-то из дома сделал. Приедет тетя, надо будет вышвырнуть ее из дома. Спасибо большое, мой Степаныч. А вы завтра в совхоз не едете? А что там? На шефский вечер. А вы тоже будете выступать? Я буду петь, танцевать. Но гвоздь программы – Отелло. О, проклятый пес! Ну, демоны, гоните прочь меня от этого небесного создания! Крутите в вихре бурном, жарите в сере, купайте в глубочайших безднах жидкого огня! О, Дездемона! Мертва! А кто играет Отелло? Учитель из соседнего колхоза. Остальные наши совхозные. Этот жалкий
Пилки, человек! Который прежде был Отелло, здесь я. А где Ехидна это? Подвести его сюда. Что? Подвести. Подвести его сюда. А Людовика, это же бухгалтер нашего совхоза. Это тот чекарь, который в стенгазете? Ага. Но он же пьяница. Подвести сюда злодея. Геворг, на сцену. На сцену. Иди. Я на ноги смотрю его. Но это все выдумки. Коль ты и вправду черт, убить тебя мне верно не удастся. Ты что? Что, с ума сошел? Ой. Ложись. Занавес, занавес. Да что ты, чудак? Что ты огорчаешь? Да лучше быть хорошим шофером, как ты, чем плохим артистом, ха! Как ты. Чего-чего? А ты, от ребята, сиди на лугу, за водой, мой милый, пошел к роднику. И ту песню, что мне мила, он поет, к роднику той песни меня он зовет. И все смотрят, и все спорят на этот зов, пойду или нет. И все одна печаль дана на этот зов, пойду или нет. И сердце стремится туда, к роднику, а ноги не с места идти не могу. Поздравляю вас. Вот это успех так успех. Ну, а не у меня... падайте духом. Мало ли что бывает. Чудесная. Прекрасная девушка. Кто она? Откуда? На твоем месте я вышвырнул бы ее из дому. Кого ты впустила? Девушка устроила здесь кабак. К ней ходит какой-то незнакомый старик. Они сидят, пьют вино, целуются. А ты смеешься. Это безобразие. Кто она? Винодел. Что? Винодел. Кто? Умница. Химик-технолог, понимаешь? Другие девушки спешат в кино, на танцы. А это работает целыми сутками. О, что ты уставился на меня? Тетя. Тетя. А ведь я... Что случилось? Пожар? Тетя приехала. Знаю, я ее видела. Извините, я побольше даю. Кто это? Племянник. Ваш племянник. Нет, это племянник моей хозяйки. Хозяйки? Что с тобой? Зачем ты брал цветы? Хотел налить воду в цветы. Обычно воду наливают в вазу, а не в цветы. Странно. Сидит какой-то молодой человек, не желает разговаривать со мной. Ну что ты? Ревнуешь? Я? Нет никаких оснований. Ну и хорошо. Ты лучше расскажи, как ты тут без меня жил. Проходи. У меня удивительное чувство к вам, Анаид. Я никогда не встречал такую девушку, как вы. Что вы нашли во мне такое особенное? Ну, во-первых, вы умница. А во-вторых? Вы настоящий товарищ. В-третьих? Вы девушка с идеями. А в-десятых? Я люблю вас. Ну, знаете, Геворг, если это только в-десятых... Дорогая Анаид, это во-первых. Во-вторых, в-третьих, в-десятых. Тише, неудобно.
Мне все равно. Скажите, да или нет? Ой, Геворг, дорогой, я опаздываю. Анаит! Как дела, дорогая? Плохо, Амусь Степанович. Создать новый сорт вина – это не так просто. На это уходят годы. Не видно конца. Запомните, Анаит, самый короткий путь к успеху – это длинный путь. Что это у вас такие воспаленные глаза? Сегодня мне ваш вид что-то не нравится. Да нет, ничего. Не жар ли у вас? По-моему, вы заболели. Сейчас же в поликлинику. Здоровье прежде всего. До свидания. До свидания. Следующий. Здравствуйте. Проходите за ширму, раздевайтесь. Не подходите! Ну, что сказал доктор? Говорит, лечиться надо. Что у меня воспаление легких? Грипп. Я здоров. Вполне здоров. Зато я страдаю, дети. Стыдно людям в глаза смотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Угу. На что жалуетесь? Плохо сплю, раздражительность, нервы. Ох, простите. Это вы. Вы должны меня простить. Я ведь не знал, что вы винодел. И у меня в голове мелькали всякие нехорошие подозрения. Я думал... Так вот, почему вы на лекции? Уж вы меня извините. Во всяком случае, от души благодарю. Спасибо. Можно пульс? А вы знаете, у вас пульс учащенный, не совсем нормальный. А у вас? У меня? У меня тоже. 140 минут. Доктор, больные дожидаются. Сейчас, Марго. Ну так вот, вам необходим строгий режим. Лавку стало известно о ваших экспериментах. Что будет? Прибывает завтра плановая ревизия. Подготовьтесь. Будет, видимо, разговор с вами. А кто во главе ревизии? Старший инспектор главка Кимо Ян. Пожалуйте сюда. Это херес испанский, это наш арташат. Попробуйте, пожалуйста. Благодарю. Попробуйте. Благодарю. Благодарю. Их портрет французский, а это наш Айпиша. Попробуйте и сравните. Не в моих правилах пробовать спиртные напитки во время ревизии. Так, сколько вина заложено у вас на выдержку в текущем году? 800 тысяч декалитров. А, запомните эту цифру. Слушай. Прошу, попробуйте хоть глоток. Вот это их мускат. А это наш армянский розовый. Попробуйте сравнить. Не категорически. У меня печень. Я пью только джермук и арзни. Минеральные воды. Ближе к делу, товарищ. Так, а это что у вас такое? Здесь, товарищ Филоян, мы выдерживаем десертные вина. Ага. И сколько декалитров вмещает каждую цистерну? 47 тысяч литров. Ага. Прошу записать эту цифру. Поднимемся наверх. Стой. Мы должны не только копаться в бумажках, нужно вникать в сущность производства. Он сам все изучает. Все сам. А скажите, пожалуйста, этот розовый мускат пойдет по товарному выпуску текущего года?
А может, Степанович, этот розовый мускат пойдет по товарному выпуску этого года? Да-да. Ага, отметьте, пожалуйста, эту цифру. Вы не находите, что здесь какой-то одуряющий воздух? Испарение. Длинные пары. Товарищ Филаян, куда же вы? Хватайте, товарищ Филаян, хватайте! Эх, он уже хватил. Товарищ директор, разрешите мне нырнуть. Ведь я же старый моряк. Держите, держите, товарищ Филаян, умоляю, держите. Куда ты, люди, сейчас от них держите? Ну, вы не держите. Смотри, вы хлеб, человек, товарищ. Мускат моего товарища текущего года. Ага! Товарищ Филаян! Долго ходят. Волнуетесь? Еще бы. Работаешь, работаешь, а тут придет кто-нибудь, толком не разберется, и все дело на смарку. Нет, нет, что вы! Товарищ Филаян исключительно серьезный человек. Ага. Боже мой! Боже мой! Что с ним? Осторожней! Осторожней, прошу! Осторожно! Вот так, так, осторожно! Тихо! Вопросы будут, предложения? Нет, не будут. А? Пошли дальше. Сюда. Идите работать! 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 Идите работать! Что случилось, Амос Степанович? А, соскользнул с мостков цехику пожированный и головой прямо в цистерну с розовым мускатом. Еле вытащил. Может, ему дать закусить чего-нибудь? Ничего не поможет. А если дать черного кофе? Что-с? Пошлите ко мне домой, пусть принесут мой костюм. Сию секунду, скорее. Лично мне идея товарища Атаманян очень нравится. Три свойства, вы говорите? Да. Разжигает аппетит, повышает настроение и полезно, как молоко. Угу. Гуманная идея. Лично я всегда... Что это такое? Не учреждение, а улей какой-то. Она чувствует запах муската. Да? А вы думаете, я еще... Распространяю? Видимо. Да смахните вы ее! Ради бога! Фу. И вы надеетесь обезвредить алкоголь витаминозной вакциной? Не только надеюсь, но и работаю. Произвожу опыты. Очень хорошо. Это очень хорошо. Опыты это очень хорошо. Что? Что? Что это такое? Мускат. Петр Мартынович. Да? Петр Мартынович. Необходимо, чтобы Хандрудан позаботился о перилах там. Наверное, на переходящих мостках над цистернами. Но... Хорошо, что это я свалился. Так сказать, человек из своей системы. А представьте себе... Иностранная делегация. Международный скандал. Под окном соловей всю ночь поет, словно он у меня в груди. И как я до сих пор кого дает, и
зовет, скорее приди. И как яблоки фор, кого зовет и зовет, скорее приди. Весна весна речь вокруг, и нашла сердца всех подруг. Только я до сих пор родна она, где ты, где весна? Ну, вам с таким талантом нужно выступать на эстраде, в цирке, а вы пропадаете в районной поликлинике. Судьба, кстати, о цирке. Там сегодня очень интересная программа, а у меня есть два билета. Не согласились бы вы пойти со мной? Это полезно даже с медицинской точки зрения. Ну, если вы мне это советуете с медицинской точки зрения, я пойду. Чудесно, но только скорее. Я только переоденусь. Ай! Опаздываем! Ой. Войдите. Добрый вечер. Геворг? У меня тут вот виноград для ваших опытов, а яблоки для вас. Спасибо. А что вы так дышите? Вы знаете, я бежал. Проходил мимо цирка, говорят, чудесная программа. У меня вот два билета. Я был бы очень рад, если бы... Простите, я, кажется, помешал. Ничего, пожалуйста. Вы знаете, я уже приглашена в цирк. Арто, у меня блестящая идея. Давайте пойдем вместе. Вы не возражаете? Пожалуйста. Жаль, только один билет пропадает. А, черт с ним. А у меня идея. Опять блестящая? Возьмем тетку. Пожалуйста, хоть бабушка. Известнейший артист цирка, награжденный золотой медалью, фокусник-иллюзионист, Арамаис Максапетян. Войдет, моментально исчезнет. Желающих приглашаю выйти на манеж. В избежание недоразумений артисты цирка в клетку не допускаются. Может быть, вы желаете войти в клетку? Прошу вас. Или, может быть, вы желаете? Не желаете ли вы, гражданка, войти в клетку? Меня в клетку? Да. Да что вы смеетесь? Скажите, она может исчезнуть? Конечно. Рыбсина, дорогая,
Попробуй, это так интересно. Желаете ли вы, гражданка? Или, может быть, вы девушка? Идите вы. Один из нас должен исчезнуть. Прошу. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Раз, два, три. Вот это здорово! Сейчас появится Геворг. Раз, два, три. Прекрасный номер. Наконец-то мы одни. Я ждал этого момента целый вечер. У них что-то испортилось. А что же теперь будет? Я считаю, что администрация должна дать девушке взамен молодого человека этого льва. Не возражаем. Правильно, девушка. Берите этого льва, пока не поздно, а то и он исчезнет, а? Раз, два, три! Геворг был великолепен. Да пожалеете вы себя, Наид. Ведь сколько людей сомневаются в вашей идее, а вы упорствуете. А вы что хотите? Чтобы каждая новая идея встречалась только аплодисментами? Нет, не было этого и не будет. А насчет скептиков есть такая пословица. Волков боятся, в лес не ходить. Ой, как жарко у вас. Можно я открою окно? Нет, нет, я ускоряю процесс созревания. Ох, девушки в вашем возрасте танцуют, развлекаются, а вы... Не только развлекаются. Они покидают родные дома, уезжают на целину. Там они строят новые города, которых еще нет на карте. Гидростанции и всякое такое, что не снилось человеку. А кроме того, я танцую, пою. Это все хорошо, но посмотрите вы на себя, на ваше лицо нет. Я вам не нравлюсь. Вы смеетесь надо мной? Мне сейчас не до смеха. 30 мало. Включите плитку. Не понимаю. О чем думали ваши родители, когда вы выбирали себе профессию? Ой. Что с вами? У меня кружится голова. Завтра проба моего вина. Я люблю вас. Понимаете, люблю. А вам не кажется, что как-то неудобно объясняться в любви в служебном кабинете? Ой. Что, я действительно опьянела? Со мной этого никогда не случалось. Уже поздно, я провожу вас домой. Идемте. О. Понюхайте. О. А вы кто такой? Боже мой, я пойду за доктором. Не надо. Не надо, я сама позову доктора. Он мой сосед. Доктор! Доктор! Это же я. Яной, я! Вы здесь? Как хорошо, Артур. Я люблю вас. Не могу жить без вас. А вы думаете, я могу? Будьте моей женой. Хорошо. Правда? Мы будем счастливы, Анна. Я уже счастлива. И завтра же пойдем с вами в ЗАГС. Пойдем, обязательно пойдем. Часов 12. Полночь. Хорошо. Полдень, дорогая Наид. Надо срочно известить ваших родителей. Надо, надо. Дайте мне их адрес. Дилижан, улица Маркс, 20. Артаманян. Дилижан, улица Маркса, 20. Прошу дать оценку. Мое мнение. Несомненно, вино товарища Табанян обладает прекрасными вкусовыми качествами.
Химический анализ регистрирует очень высокие показатели. Например, 100 грамм этого вина равняется по своей полезности одному куриному яйцу или стакану качественного молока. Мне кажется, что мы должны поощрять главным образом те сорта вин, которые возбуждают в человеке самые светлые, лучшие чувства. Откровенность, сердечность, вот, веселость, игру ума, фантазии. Я кончил, коллеги. В порядке ведения собрания. Был всемирный потоп. 7 дней и 7 ночей шел дождь. Мной собрал 7 пар чистых, 7 пар нечистых и эвакуировался. Но не в этом суть. Ковчег остановился на горе Арарат. И Ной выпустил на волю дикого козла. И этот дикий козел, наевшись винограду, опьянел и стал драться с животным. Таким образом, человеку внушили мысль о том, что надо посадить виноградную лозу и выжать из нее вино. А ведь мы не знали, товарищи, кому мы этим обязаны. Таким образом, я хочу выпить за здоровье того козла, который сделал столь существенное открытие. Шуму! Какой кошмар! Как хорошо, что это сон. Анаит! 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 Помоги, пожалуйста. О, вы ждете гостей? Нет, я не хочу раньше времени. Пойду поводу устраивать шум. Фрукты в вазу. Хорошо, хорошо. А вы что, вы хотите в этом платье идти в ЗАГС? В ЗАГС? А зачем в ЗАГС? А как вы думаете, для чего люди ходят в ЗАГС? Ну, для чего туда ходят люди, я знаю. Но зачем мне туда? Вы считаете, что не нужно регистрироваться? Нет, почему? Если люди женятся, то надо. Я того же мнения. В чем дело? Объясните мне. Я ничего не понимаю. Как? Позвольте, мы же вчера объяснились. Вы же дали согласие быть моей женой. Вы шутите? Какие шутки? Нет, нет, не может быть. Как не может быть? Извините меня, но... Но я ничего не помню. Что делает человеком алкоголь? Жизнь превращается в сон. Ой, простите, я опаздываю. Сегодня будет первая проба моего вина. Какой... Ну, все в порядке. Я дала молнию Керовакана, Лаверды, всем родственникам. Ну что? Ну, такой случай, пусть приезжают. А я тебя поздравляю от всей души. Анаит, замечательная девушка. Да. И ты правильно делаешь, что женишься. А ее родственники знают? Я их тоже срочно вызвал. Ничего не понимаю. Жених телеграмму прислал. Нас на свадьбу приглашает. А вот дочь ни слова. Ничего не понимаю. Слушай, быть может, она письмо послала, а он телеграмму? Что же ты молчишь? Интересно, что она одна делает без нас? Доченька моя. Итак, мое вино обладает 3 свойствами. Во-первых, оно дает аппетит. Во-вторых, повышает настроение и дает, так сказать, игру ума. И в-третьих, оно полезно, как молоко. Вот, собственно, то принципиально новое, что отличает мое вино от всех существующих сортов вин.
Это фантазия. Фантазия – это качество величайшей ценности. Фантазия нужна не только поэту, но и математику, тем более виноделу. Вино, о котором мечтает атаманян, вполне возможно. Но если вам удалось создать такое вино, это был бы настоящий переворот виноделии. Разрешите познакомиться с химическим анализом. Так, больше вопросов нет? Да, пожалуй, нет. Тогда приступим к дегустации. Пожалуйста. Прошу, наливайте, пожалуйста. Да. Где-то я уже пил что-то похожее. Кажется, на юге Франции, в Испании. Но тут... Нечто отличное. Нет, ни на что не похоже, нет. По-моему, очень приятный букет. Какие сорта винограда были вами использованы? Несколько. Мускат, ереванин, васкиат. Прозрачность, цвет, букет, вкус. По-моему, товарищ Атаманян кое-чего добилась, несомненно. Но до конечных результатов еще далеко. Впереди огромная работа. Идет. Нет, я сам ее приведу. Сам. Анаис. Что вы здесь устроили? Тише, ради бога, тише. Там ваши мама и папа не могут услышать. Я их пригласила на вид. Я. Вы с ума сошли. Может быть. Знаете что? Давайте не будем огорчать родителей. Пусть думают, что мы действительно женимся. Уедут они в хорошем настроении, ну а потом вы им напишите, что, мол, так, мол, и так. Ну, хорошо. Анаит! Только предупреждаю, никаких фамильярностей. Смотрит из окна, я поэтому. Прошу вас держаться строго в рамках, иначе я устрою скандал. Хорошо. Ну, что ты ждешь? Ну, чего ты ждешь? Я не могу больше, я пойду. Пошли. Вы что? Думаете, с таким постным лицом пойти к родителям? Придется улыбаться. Вот так. Анаис! Доченька! Анаис! Доченька! Подожди! Доченька моя, ну расскажи, как же все это произошло со Смайлом? Знаешь, это так неожиданно было для нас. Мы не знали, что и думать с отцом. Боже мой, что это за народ? Это мои родственники. Вы их приносили. Честное слово, не я. Это тетя Нуне. Вот я сейчас позову того милиционера. Боже мой. Это же мой родной дядя. Дядя Вартан из Ахты. Ну, знать. Вартан. Что ты тут делаешь? Я была в гостях у своей подруги. И вдруг слышу музыку. Это свадьба. Я так люблю свадьбу. Да. Что случилось? Ты остаешься в городе? Нет. Еду в совхоз. Может, поедем вместе? Поедем. У меня машина. Na 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 na
Слушай, Роза, я тебе расскажу одну историю. Про себя? Нет, про дом моего приятеля. Влюбился он в одну девушку. А она что? Не перебивай. И вот однажды он объяснился ей в любви. А что она ответила? Ничего. Промолчала. Так это и был ответ. Ты думаешь? Конечно. А она кого-нибудь любила? Видимо, да. Сегодня ее свадьба. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Сегодня вас можно поздравить трижды, дорогая Анаит. Во-первых, с дегустацией вашего напитка. Правда, она закончилась не вполне успешно, но дирекция решила поддержать вас и продолжать работу в экспериментальном цехе. Вы дали замечательную, гуманную идею. И я уверен, что будет создано такое вино, о котором вы мечтаете. Теперь, во-вторых, появляется ли на свете ребенок? Женятся ли молодые люди? Наступает ли Новый год? Во всех случаях поднимает бокал с вином. Конечно, Отечественную войну выиграли бы и без нас, виноделов, это ясно. Но отпраздновать победу без нас не сумеем. Вот почему я пью за замечательную профессию Анаит. И, наконец, в-третьих, я поднимаю бокал за душевную красоту и чистоту наших молодых людей. Будьте счастливы! За наших молодых! Конец! Свистишь. Ты что, на посту или на свадьбе? Может, здесь кто-нибудь нарушает правила? Жених нарушает? Жених? Почему он не улыбается? Почему он не смеется в такой знаменательный день? Отвечай нам. Ну, скажи. Мне трудно говорить, потому что сегодня очень серьезный день для меня. Он навсегда останется в памяти. Я был бы счастлив, если через 25 лет на серебряной свадьбе Анаит сидела бы рядом со мной. Я был бы самым счастливым человеком на земле, если через 50 лет на золотой свадьбе рядом со мной сидела бы Анаит. Горько! Горько! Не поцелуйте, а то сидят как на именинах. Я вам этого никогда не прощу. Георг, что это ты сегодня такой грустный? Да так, есть обстоятельства. А как здоровье Ашота? Лечится. А где он лежит? В специальной палате для алкоголиков. Раз, два. На фронте были. Выпил лишнего, попал под машину. Да. Пьянство – это большой порок. Алкоголикам не место в нашем обществе. Слушайте, что вы тут нас агитируете? Сами попали в палату алкоголиков и нахальство. Кто? Я? Я попал сюда случайно, по ошибке. Просто не было места в другой палате. У меня печень. Это от водки. Ха! Доктора, профессура. Слушайте утреннее известие. Сегодня в выпуске. Татевская ГЭС, детище семилетки. Бригады коммунистического труда на Ленинаканском текстильном комбинате. Дадим родине больше винограда.
новые обязательства совхозов Армении. Семилетку досрочно. Геологи республики штурмуют горные хребты. Геологи? Что геологи? Ну, что, задумались? Алкоголики несчастные, ударники ресторанов. Ходят слухи, что какая-то девушка, молодой ученый, создает чудесный напиток, необычайный сорт вина, с тремя свойствами. Дает аппетит, немного веселит, но в меру, и полезно, как молоко. Не может быть. Факт. Я лично участвовал в ревизии. И вы пробовали это вино? Нет, оно еще не создано. Мне пришлось пробовать другое вино. Но я поддержал эту гуманную и благородную идею. Эх, такое вино создать нельзя. Человек все может. Добрый день, садитесь. Я давно хотел вам сказать. Тогда на свадьбе мне было не по себе. Ну, а сейчас поздравляю вас от всей души. Дорогой мой Георг, многого вы не знаете. Так что не с чем меня и поздравлять. Вот и ключи даже есть. И квартира чудесная. Какая квартира? Чья? Моя. Месяцем назад получил. Ничего не понимаю. Так вы же в коридоре на сундуке. А я и сам не знаю, где я живу. Пойдемте, покажу квартиру. Так почему же вы не обставляете квартиру? А какой черт мне эти удобства, когда рядом нет ее? Если хотите знать, я был счастлив там, на сундуке. И только потому, что она была рядом. Дорогие мама и папа, я сейчас улетаю в Москву для обмена опытом с виноделами других республик. Меня и Мо Степановича командируют на сельскохозяйственную выставку. Трезвое вино? Это кровь? Это непостижимо! Товарищи! Они хотят вытащить душу из вина. Душу мы оставим, сохраним солнцем в вине. А, вот это было по чуда. А чудес чудес не бывает. Это правильно. Это фантазия, товарищи, фантазия. Фантазия? Конечно. А вы помните, что сказал Ленин? Фантазия – качество величайшей ценности. Все когда-то было фантазией. Ковер-самолет, волшебное блюдечко, а теперь телевизор. А спутник? Все было мечтой. Так и сегодня. Мое вино еще фантазия. Но будет день, когда оно станет действительностью. Я верю. Надо только работать, экспериментировать, дерзать. Посмотри-ка. Ой, ой, как красиво, Георг! И я уверена, что мое вино будет когда-нибудь создано. Здравствуйте. Здравствуйте. Буду ждать вас у фонтана, дружка. Хорошо. Дайте, пожалуйста, коробку конфет. Пожалуйста. Да нет, не эту. Самую большую. Вот эту. Ах, вот эту? Здравствуйте, Рей. Здравствуйте. Как вы очутились в Москве? Да вот, воспользовался отпуском. И так просто приехали? Как вам сказать? Есть у меня тут кое-какие дела. Видите ли, Анаит, я хочу показаться одному народному артисту. Ну, стоило ли из-за этого приезжать? Могли бы у нас в Ереване показаться народным артистом Папазяну, Нарсесяну. Уже показывался. И все повторяют одно и то же.
Лучше быть хорошим шофером, чем плохим артистом. Как будто сговорились. Но я решил в последний раз проверить себя у народного артиста Рубена Симонова. Ну, если и он то же самое скажет, что ж, тогда буду шофером. Вот что вас потянуло в Москву. Это вот вам. Ой, спасибо, Георг. Ну зачем вы это? Это вам от него. От кого? Перед моим отъездом из Еревана Арташес просил передать вам... Как вы думаете, почему Арташес Оганесян, человек с высшим образованием, врач, и жил в проходной комнатушке, валяясь на сундуке? У него не было квартиры. Была! Тише, неудобно. Идемте куда-нибудь. Была. В том-то и дело, что была. Уже месяц как была. В новом доме. Со всеми удобствами. С ванной. С мусоропроводом. А жил в проходной комнатушке, валяясь на сундуке. Для того, чтобы быть рядом с вами. Вот какой это человек. Арташес так горячо любит вас. У вас есть его адрес? Он недостоин. Девушки, сядьте. Ну, конечно, нечего о нем и думать. Да. А вы помните, девушки? Проезжая мимо наших виноградников, он всегда бросал мне из кабины розу. А сейчас... Ну. Прости. Ой. Звуковое письмо? Москва? Атаманян? Ой, ой, патефон! Я вас очень прошу, откройте, пожалуйста. Что такое? У вас есть патефон? У нас есть патефон. Есть? Ой. А что? Дайте мне. Я вас очень прошу. На одну минуточку. А, у меня вечеринка. А больше вам ничего не надо. Может быть, вам вынести телевизор, пылесос? Вы смеетесь, а я серьезно. Это вы смеетесь, издеваетесь. Напились, так сидели бы дома, да. 2 часа ночи, патефон. Маргарита Шотовна! Марго! Доктор? Это я. Вы? Я сейчас, одну минуточку. Доктор, чем я обязана? Что случилось? Маргарита! Тише, умоляю, сосед. Маргарита! Успокойтесь, что вам нужно от меня? Патефон! 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 Что? Патефон! Ну, чё?
Да-да, сейчас, сию минуту. С пластинками? Да не, что вы, без пластин. Спасибо, очень вам благодарен. Утром занесу. До свидания. Георг. Дорогой Арто, вокруг моей идеи идут горячие споры. Я нашла поддержку. Впереди интересная, интересная жизнь. Ой, сейчас кончится пластинка, и я не успею вам сказать. Я тоже люблю вас. И мне хотелось бы, чтобы через 25 лет на нашей серебряной свадьбе вы были бы рядом со мной. И через 50 лет на золотой свадьбе ты был бы рядом со мной. 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 Рядом со мной.